Добро пожаловать в Stronghold Crusader 2, мой вассал. Разумно, повелитель. Здесь вы научитесь управлять своим замком в пустыне. Чтобы перемещаться по карте, переместите Отлично! Вращайте колесо мыши, чтобы изменять масштаб. Превосходно! На ваших складах хранятся материалы для строительства других зданий. Нажмите левой клавишей мыши значок «Склад», найдите ровный свободный участок пустыни и нажмите левую клавишу мыши еще раз, чтобы установить его. Отлично! Дерево переправлено из ваших начальных припасов на склад, и теперь оно доступно для использования в строительстве. Строительство других складов позже принесет другие начальные. Для настоящего роста замка нам нужны крестьяне, сир. В данный момент мы не популярны, и крестьяне стремятся покинуть наш замок. Нажмите область популярности, и мы исправим ситуацию. Уровень налогов не помогает нам, сир. Снизьте налог до уровня без налогов, и это поможет вернуть крестьян. Хорошая работа, повелитель. Теперь у нас положительная популярность, и это значит, что крестьяне возвращаются в замок. Чем выше популярность, тем больше их будет прибывать. Однако, если мы снова станем непопулярными, они покинут нас. Потому что крестьяне очень непостоянны, сир. Сир, мы можем еще больше увеличить, сир. Теперь нажмите левой клавишей мыши на значке «Амбар», а затем нажмите еще раз, чтобы установить его. Отлично! В амбар доставлены начальные припасы. Теперь мы можем поощрять наших крестьян, установив для них щедрое питание. Установите уровень питания в средствах управления популярностью на уровень «Обычный сир». Превосходно! Теперь у нашего костра есть работники, которые ожидают приказов. Давайте отдадим им распоряжение. Теперь нажмите значок «Лагерь лесорубов» и постройте два лагеря рядом с пальмами. Когда вы закончите, нажмите правую клавишу мыши, чтобы прекратить установку зданий. Превосходно! Обратите внимание, незанятые крестьяне автоматически становятся лесорубами. Сир, это очень удобно, потому что крестьянам для строительства деревни обычно нужно много дерева. Проблема прямо за углом, сир. Нажмите левую клавишу мыши на построенном ранее амбаре, чтобы открыть его информационную панель. Проблема с питанием для наших крестьян, сир, состоит в том, что наши запасы истощаются. Мы можем уменьшить уровень питания или купить больше яблок, но я предлагаю начать выращивать яблоки прямо в замке. Чтобы перейти к меню строительства, мы посредственно. Теперь давайте построим и пустим в работу наши яблочные фермы.
нажмите значок «Продуктовые здания» и постройте 3 яблочные фермы на зеленой траве оазиса. Все фермы нужно размещать на плодородной земле, мой вассал. Вы поймете, что контроль над этими ценными зонами является крайне важным здесь, в пустыне. Отлично, сир! Наш амбар скоро заполнится яблоками. Однако, одна из наших яблочных ферм бездействует, потому что мы задействовали всех свободных крестьян. Но, несмотря на нашу популярность, крестьяне не придут, потому что для них больше нет места. Цитадель дает место для жизни 8 человек. Если вам нужно больше крестьян, нажмите значок здания города и постройте хижину. Учтите, что чем дальше от цитадели строится хижина, тем меньше в ней будет жилых мест. Крестьяне любят жить рядом с вами, сир. Прекрасная работа! Гениально, мой вассал! Вы решили проблему с населением. Конечно, чем больше крестьян, тем меньше остается яблок. Но давайте не будем волноваться об этом сейчас. Нас ждет последний урок. Нажмите значок «Военные здания» и постройте бараки, сир. Давайте вооружим несколько крестьян. Отлично! Сир, теперь нажмите левую клавишу мыши на бараках. Пока мы не делаем оружие, мы можем вооружить крестьян только простыми инструментами. Теперь нажмите и создайте 5 новобранцев, сир. Великолепно! Да. Как раз вовремя, сир. Похоже, рядом с деревней появился кровожадный лев. Это оказывает плохое влияние на популярность наших замков. У меня ноги болят. Потрясающе. В путь! Давайте убьем. Прекрасная работа! Теперь нажмите правую клавишу мыши на карте, чтобы переместить выбранные войска превосходно. Вилами! Теперь наши люди находятся на расстоянии атаки, поэтому нажмите правой клавишей мыши на льве, чтобы приказать солдатам атаковать его. Отлично, сир! Я вижу, вы настоящий лидер. Сир, я думаю, что моя работа здесь завершена и обучение закончено. Вы хотите остаться здесь еще ненадолго? Постройте склад, милорд. Постройте амбар, повелитель. Наши луки готовы к бою. Выступаем. Парни, гляди веселей. Каменоломню нужно строить там, где есть запасы камня. Здесь нельзя строить, милорд.
Укажите цель, милорд. Сообщение от Шаха. Нас не сдержать, как мягкий ветер пустыни. Войска Шаха атакуют. Просто укажите цель. Ваши верные лучники! Укажите цель, милорд! Выходим на позиции! Уходим, парни! Рановато еще, нет? Ну и шутки у тебя! Просто укажите цель! Вашим услугам, милорд. Бейте в цель, парни! Не тратить зря стрелы! Враг ворвался в крепость! На лорда напали! Скорее к нему! Смирно! Копья наперевес, парни! Здесь уже идет работа, милорд. Необходимо оружие, повелитель. Господин? Да, милорд? По моей команде? Сообщение от Шаха. Я не понимаю этого. Просто не понимаю. Отправьте нас в самое пекло! Новый приказ, милорд! Не хватает рекрутов, милорд. Лучники, готовьтесь к бою! Готов и жду приказа. Ты величайший лорд! Победа будет нашей! Битва ждет! Капитан, что прикажете? Необходимо оружие, повелитель. Милорд, марш!
Правда на нашей стороне. Сбейте их! Воткни врага стрелой! Сбейте их! Сообщение от Шаха. Фу, уважаемый, твой замок воняет. Его нужно снести. На нас напали! Не хватает рекрутов, милорд. Готовы, сир. Приказывайте, повелитель. Эта война будет длиться вечно. Правда на нашей стороне. Двигаемся полегче. Марш с флагом! Сир! Победа будет нашей! Войска Шаха атакуют. Не тратить зря стрелы! Стреляйте! Готовы! Бой! К вашим услугам! Проткни врага стрелой! Вперед! Егеря уходят! Сообщение от Шаха. Это война! Такие хлопоты для меня! Победа будет нашей! Стрелы к бою! Бейте в цель, парни! Пленных не брать! Вперед! Не щадить никого! Пленных не брать! Готовы! Целься! Гляди веселей! Не щадить никого! Ждем ваших приказов. Атакуем врага! Не думаю, сир. Разберитесь с ними! Не щадить никого!
Разберитесь с ними! Ты величайший лорд! Убить их всех! Атакуем врага! Разберитесь с ними! Пленных не брать! Не щадить никого! На нас напали! Войска Шаха атакуют. Атакуем врага! Вперед! Убить их всех! Что мудрее трехногого верблюда? Ответь, если сможешь.